Привет, так как совсем скоро школа, я решила составить для вас видео-чек-лист, как собраться в школу за один день. Ну что, не будем тянуть и поехали! Начнем с того, что в школе нам понадобится канцелярия, чтобы заниматься, поэтому сходи в магазин и купи все необходимое для этого. А также не забудь про одежду. Давай сразу соберем пенал и рюкзак. В последнем видео Back to School я, кстати, говорила, что не выбрала рюкзак на тот момент, но все-таки решилась и заказала реплику рюкзака Kanken. И мне она безумно нравится. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Чтобы нам было уютно учиться, предлагаю прибраться в комнате, выкинуть хлам и перебрать все ненужные вещи. Теперь нам нужно оформить планер. Этим мы с вами занимались в моем прошлом видео, поэтому подробнее об этом вы можете узнать, перейдя по подсказке вверху или по ссылке в описании. Кстати, составь себе to-do list, то есть список дел на первый школьный день сразу. Так будет проще, и ты точно ничего не забудешь.
Чтобы появилась мотивация хорошо учиться, предлагаю написать цели на новый учебный год и прикрепи их на самое видное место, так как когда будет пропадать вдохновение, сразу пересчитывай то, что написал, и вспоминай, для чего ты все это делаешь. Давай теперь приведем ногти в порядок. Если нельзя ходить с накрашенными, просто сделай ухоженный вид. Или подбери какой-нибудь нейтральный цвет, ведь так намного приятнее. Теперь почисти телефон, удали ненужные приложения и очисти галерею от ненужных снимков. Чтобы не тратить время утром в первый школьный день, заранее выбери образ, которым ты пойдешь, постирай вещи, если это необходимо, и погладь их. Не переживай, что скоро школа. Относись к этому проще. Это всего лишь новый день, просто немного необычный. Поэтому отдохни хорошенько. Например, можно прогуляться, принять ванну с пеной или бомбочкой, или, как в моем случае, сделать масочку. Также я подумала, почему бы и не посмотреть сериал или фильм, ведь это тоже прекрасный вид отдыха. Кстати, чтобы не проспать, не забудь поставить будильник и лечь раньше спать. Это были все советы, думаю, они тебе помогли, и тебе будет легче собраться в школу. У меня есть другие мои соцсети, а также второй канал, поэтому заглядывай обязательно в описании. Это было все, до новых встреч, пока!